Вот можно порассуждать. Да, Игнат Тихонович, вам слово, пожалуйста. Вот когда с царем боролись, вот точно так же. Не согласен, ссылку, а то еще хуже. Я православный, я уже не могу по чистоте той рассуждать, которая там была. Мне уже никакого выхода нету. Но если сказать сегодня то, что там, говорит, они 800 тысяч, по тем временам это громадная сумма, почти миллион. Притом гонимые, целое государство под ними прошло. И с погоды все остановилось. Сегодня, когда мы с армянами беседуем, они говорят, а мы не сириане, напрасно говорят. Я их испытывал, священство. Немонофизиты. Вам не слышно меня? Слышно. Они говорят, мы не монофизиты. Да. Так вот, я просто выражаю свое мнение какое. На меня-то нападают все на разные Дулевичи, да мало ли их там, СД. Высказать слово даже нельзя. Я говорю, те в доказательствах своих были более в упрощенном порядке. Доказательства их более сильные. Если бы я со стороны там был. Чтобы это было понятно, вот, я говорю, у нас еврейка была одна, она не член общины, но она уже даже допускалась до причастия. Полина Соломоновна. Они мессианские. И она где Бога истина от Бога истина не пела. Я говорю, почему? Ну, мы верим, что Христос это Мессия, но не Бог. У нас тут расхождения были, вот. Но она крепко держалась своего. Нет. Вот Захей, когда пригласил к себе, вы бы его пригласили, Христа? Я говорю, конечно. Ну вот у вас за столом он сидит. Вы поверили бы, что это Бог? Я говорю, нет, а за что же на нас осуждаете? Ну как, на моей скамейке рядом сидит тут, записываем, и сидит Бог. Да Бог, галактики все вместе, это порошинка по сравнению с Богом. Теперь легче, я верующий, я православный, я все принял, и мне рассуждать уже не надо. Там уже все стоит на местах. Ну, заглянуть туда-то можно. Только я сказал, что те были в то время, по их рассуждениям, правее в рассуждениях, доказательства более сильные были. Все, еретик, несторианец. Сказал там также о Марии. Все, арианин я. Ну, разговаривать невозможно. Не фанатики, а люди, не думающие совершенно, и боящиеся думать. Я это все перенес. Даже людям не верится. Это современное время. Я же современник, еще не умер. И какое бы слово ни сказал, бросаюсь. А что ж тогда было, когда они сидели, да еще и в большинстве? Да еще на чьей-то стороне император был. Там же пыль столбом стояла. В тюрьмы сразу посылали, возьмите Максима Исповедника, Федора Студита. Что с ними делали? Казнили? Уродовали, вырезали. Ну, сказать-то можно, что на их стороне доказательств было больше. Вот когда начинаешь говорить по политической истории, ну, прошедшее, настоящее мы не трогаем. Ну, дальше-то, ну, мы можем рассуждать, как Александр Невский в то время был такой-то, Ушаков там-то, там пожег целый флот. Ну, с крестьянской стороны-то мы можем посмотреть-то ни под каким видом. А вы не патриот. У меня все больше складывается впечатление, что в чистоте патриотизм вот сейчас, как в Украине, это сатанизм. Такая ненависть. Даже на другом языке он не хочет. Его язык никто не знает. Развеялись оттуда, сейчас они в Болгарии, где и требуют, чтобы с ними разговаривали только на украинской мове. Это уже люди тронутые. Так вот, чтобы дали дальше вникнуть, что-то рассуждая, я должен быть среди них. Я один из них. И на все эти доказательства я должен смотреть с их стороны, зная, что правильно или неправильно, но пока придержу это в себе. 62-й год. Меня трогает буддизм. Я ему не увлечен. Но мне интересны вещи. Господь говорит, кто хочет творить волю Отца моего Небесного, тот узнает от себя. Или я говорил, вот, другому нравится коммунист. Я говорю, да, коммунисты, это люди, что надо, давай.
Его еще нигде изложено. Ну, у Карла Марса там ничего нет, там вот этого Ульянова тоже награбленная. Ну, где оно настоящее учение-то? Ну, нашли, я говорю, теперь ты можешь неделю одну жить так, как они жили. Ну, где-то там уйди, ну, размышляй, также в магазин придешь, ты должен помнить еще по потребности, по возможности, эти слова тоже надо это распылить. Ибо увидишь, и человеческое. Я занимаюсь исламом, я не просто занимаюсь, я их толкователи, считаю, от корки до корки, не один раз. Много хорошего. Но когда я начинаю даже мысленно исполнять, я вижу человеческое. Евангелие мне в руки только дали 27 сентября 1962 году. Для меня вся жизнь изменилась. Почему? Я сразу вошел в это. Мое сердце ответило, мое сердце, мой разум. Да, так, 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 так. Для меня это как бы не буква, голос с неба. Я говорю с тобой, твой творец, твой создатель. У меня уже можно опомниться, 61 год, я по максимуму беру всегда. И какие у меня были враги, что были, все попятились или Бог смехнул их. Но я возвращаюсь к тому дню. Начните исполнять и узнаете, от Бога ли это. Ну, самое простое. Возлюби врага твоего. Голоден накорми. Никто этого мне нигде не может сказать. Я его знаю, как отравить, как убить, как подкараулить. Я могу быть безразличным, но возлюбить... И Слово Божие, которое превыше все, и в каждом пункте блаженны плачущие, нищие духом, когда мне дано насколько больше, чем с моим сверстником, я должен сразу был опуститься на дно. Я слушаю, говори, Господи, раб твой слушает. И вот на тех собраниях советы, которые вы считаете, это полезно очень знать. Вот если я сегодня через тысячелетия туда пройду, я православный, я недвижимый, меня нельзя сдвинуть. Я православный, но я их хочу понять. У них основание принять свое учение было много больше, чем православным. Вот если бы в одной стране, я опять же говорю, чтобы не привязывались, какой-то необитаемый остров, ну и там людей достаточно, и сразу бы люди жили, ну жили и жили как есть, и вдруг два учения. Два правителя, Сталин и Гитлер. Это остров большой, большой, там полземли занимает. На какой бы ты стороне был? И сказано было, как они будут поступать. Вот сказал, вот этот берет только так, переворот всех, а другой будет голосовать, голоса собирать, уходить будут годы, и наконец он тут. Так этот, который пришел через перевороты, он сразу ставит задачу богатых истребить. Вот сейчас Голубева Екатерина, я интервью брал у Расколоченных, без слез нельзя считать. Я беру, она говорит о себе, а я не могу удержаться. Гитлер ни одной души не тронул. За кого голосовать? А сказали, этот непременно будет, между ними стена высотой до ада и до неба. По порядку, старые офицеры, которые были, сколько? Ты посчитай, когда захватили Крым, сколько было? 30 губернаторов. Зачем они там думали... Им пообещали, никто вас не тронет. 300 полковников, генералов где-то около 40. И в один день всех казнили. Гитлер ни одного не тронул. Когда характеристики дают разные, которые там были, все они раньше были при кайзерах. Ни одного. А здесь миллионы. И поэтому в войну дизельными командовали капитаны, ничего не зная. Тут даже я просто говорю, как искать. На чьей стороне ты бы был? Я патриот, как по тем временам. Я бы, конечно, тут был со своими. Но если бы я знал, что будет это такое, и меня тут же, как говорят, за хобот возьмут, я бы дня не был здесь. Жизнь положил бы там, где правда. Эти пришли на государство, которое с переворотом, которое занимало второе место в Европе, да и в мире. Тот пришел в самое последнее место. И он из руин поднял, почти всю Европу под ноги положил, половину Европы. А эти разрушили, за кого бы я голосовал? Маленько рассуждать. Я ни туда, ни сюда не пойду, я христианин. Но я могу думать. И вот это мне мешает.
высказаться. А вот я в эти соборы, меня подвигнули к этому. И дальше что? Задача стоит, чтобы у каждого была машина, у другого машина есть отнять. Кампучия, Янг Сари, Пол Пот. Дальше. Чтобы каждый гражданин Германии мог каждый год отдыхать на лучших курортах мира. Здесь даже поменьше нету. Нищета. Убийство. Колоски срезают. Голодомор устроили. Голодомор. Сказать не надо. И все равно голосуют за Зюганова. Просто по-человечески. Мне не надо ни один строй, все показываю. Я не фашист, не коммунист. Я христианин. Но я могу рассуждать, за кого бы людям-то сказали, вот я не знаю за кого. Я говорю, а будущее? Будущее нарисовано, вот они будут делать так-то. Но я бы сказал, чтобы вас не загребли, не расстреляли. Он вынужден был сделать это, нападать его раньше времени, на 2 недели опередить. Когда говоришь людям, они не верят, что вот Резун, там, Виктор, да это такой, там, Суворов называется. Тоже не надо смахивать. Один маленький вопрос. За 2 недели уже раздали советским воинам, где стоят на границе польские книжечки, попросить воды другой, где румыну. С какой целью? Одновременно двинуться со всех сторон и там захлопнуть этого Гитлера. Повторяю, мне он не нужен, он в аду сидит. Потому что он поднял руку на Божий народ. 12.3 бытия. Вот главная ошибка, а не то, что под Москвой он разделил войска и пустил на Баку за Нефтью. И точно так здесь. Доказательства проще. И, может быть, проще было бы жить, которые были у Несториан, у Ариан. Но это ересь. И мне это не надо. А как можно было? Не знаю я. Нет, на эти духовные вопросы отвечать очень трудно. Потому 7 столетий утверждали учение о Троице. И имени-то это, имя этого даже нет у Троицы. И сегодня даже говоришь, содрогаешься, как я должен верить. Это там по человечеству, тут по божеству. У меня возникает, нет вопросов, я верующий, как говорится, круто православный. Все до одной буквы отвечу, но я хочу понять и тех. Там было на виду все. Она не Богородица, Бога нельзя родить. А как, Христородица? Еретики, ксенки. Ну, сами родить Бога. Кто может родить канон вечный? А вы как считаете? Я считаю Богородица. Я христианин православный. Как говорится, мне думать не надо. Святые отцы уже сказали. Но по разуму своему, не истории правее. По разуму. Но тут разум отшибли. Сказали делать, как Бог открыл. Вот теперь вопрос стал на свое место. Вам понятно, о чем я говорил? Вполне понятно. Вполне понятно. Ну вот так. Повторяю, я православный, никуда не склоняюсь, но я всегда хочу понять тех людей, которые на той стороне. Человек вернулся из Германии. Мы близко знакомы. Он говорит, я полетел там к брату, что ли, а он здесь учителем работает. Занимается спортом и прочее. Ну и взял с собой какие-то там что-то, там бочоночек маленький с медом, подарок сделать-то. А в дороге-то, в самолете-то, купил газету, да не одну видно. И когда вышел, он знает, три места, все. Теперь, когда уже выезжает в другой город, приехал, а где мед? Он вместо меда-то газету посчитал за место. Он обратно вернулся, и сторожу говорит, а у вас это в Бонне встречали? Где? А вот там-то, там-то идите, там вещи все. Он пришел и говорит, у меня такое несчастье, вот. Я забыл какое что-то. Ну, иди убирай. Куда иди? Ну, вон там, через дверь, тут зайдите. Как так? А документы какие? Ну, мои. А зачем? Ну, я возьму чужое. Да как что возьмешь-то? Ты же знаешь, что это не твое. Я так ахнул. Это сегодняшняя Германия. Он до того, говорит, я был поражен. Я зашел, то и какой-то бочоночек-то стоит наверху. Я его взял, поклонился. Я бы половину ему отдал. Какая радость, какой народ. Другой где-то в Швеции, едет далеко, и кто-то узнал, он корреспондент Чевелихин, и он говорит, там на повороте будет, там от Хельсинки, откуда, 180 километров, и там большой ящик стоит с крышей, все, там положите мне, вот я посылаю посылку там, а где они? А да не в сторону, там 50 километров. Да как, а там замок, ключ?
Нет ничего. Только там же написано, что передать Иванову Петрову. Другой это открыл, посмотрел. Мне нет ничего, он повернулся. И никто не возьмет. Так как он возьмет, когда это не ему? То есть у них не вмещается. А у нас не вмещается как? Так лежало без замка и не взяли. Да не может быть. Расул Гамзатов говорит, гора на горе, вор на воре. Страна на воровстве основана, град награбленная. И мы, дети их, нас спасает только Дух Святой, милостью Божией. Нам это воровство все страшно противное. Нам давать блажение, нежели принимать. Но нас от такими Христос сделал, остальных-то дьявол, какими он делает их. И поэтому у нас на каждом шагу будет. Я сегодня подумал, думаю, батюшка уезжает, тут у меня проповедь будет. Хотелось при гостях сказать, но теперь в воскресенье скажу о радости. Сколько раз радость, и от чего она бывает радость? Кажется, просто, непросто. Непросто. Почему самое радостное послание к филиппийцам, когда одна рука прикованная к стене, а другой писал, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Наша радость во Христе. В победе над дьяволом, в покорности его учению. И мы радостны всегда в этом. Почему? Тут меня снова Господь избавил. Вот тут снова враги налетели. Я только в молитве, ночное время, мое время. Вот как. И поэтому рассуждение с еретиками, все надо было исходить из позиции непосредственно учения. Правильное толкование, правильное на толкование, толкование, заповедь на заповедь, правило на правило, тоже хорошо, но только Бог укоряет почему-то. Я сказал, Господь говорит, благословляющий племя Авраама благословен будет, проклинающий проклят будет. Все, не надо рассуждать, да они не такие, да они Христа распяли, их Бог, дьявол, которые распяли, но которые сегодня живут, это другие люди. Меня не раз упрекали, что я благодарность выражал в письменном виде коммунистам. Лапкин предпочел храм недвижимости. Для слова Божия нет уста, полная статья. Я с губернатором, с мэром города стою. Они другие стали. Я не коммунистическому учению поцелуй дал. Там и лучший губернатор в России. А мы поцеловались и по рукам ударили. Он отдал 2 дома, государственное имущество, 13 соток. Почему Бог? Полная победа всего. Вот так, маленькое вам, как сказать, пояснение или что. За что буду пояснять, когда вы знаете? Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Вот здесь историки-то православные, они ведь тоже так же говорят, как и вы сейчас сказали. Вот в точности то же самое, практически. По поводу, по разуму, если смотреть. Да. То есть это прямо в учебниках и написано, что действительно никакого, то есть особенно когда были обнаружены вот в этом, в 20 веке книга Гераклита была обнаружена, где были написаны апологии самого Нестория, что он-то говорил. И тут оказалось, что ничего там ереси-то и нет никакой. Это признают все православные историки. Ну, то есть, если строго догматически смотреть, то ереси там нет. Но признали теперь ересь, и все теперь уже. Теперь мы православные, мы в это верим, мы уже произносим Богородица. Да, мы православные, поэтому благодарим Бога, что дал нам такую веру, доказанную, апробированную тысячелетиями. Ну, все тогда. Отхожу. Спаси Христос. С Богом. С Богом.